В одной из игр летнего турнира Возрождения встречаются команды Судогда синим и молодежный один в зеленых манишках. Синие. Сука, где еще? Никита, давай. Еще один. Самарс. Быстрее. Быстрее. Пират должен быть, что ты на поле выпустил. Сева на воротах сегодня, потому что у молодежного один нет штатного вратаря. Руши! Давай, Богдан, ты. Ближе, давай, побей. Главой давай, главой. Семен. Забей головой. Матвей, держи игрока перед собой. Ты такой, блин. Назар, отними не футбол. Давай, Илья! Поближе, Дарин, поближе! Забей головой! Ты раскопайте потом, иди! Иди! Матвей! Смотри! Уже! Все, оставляй игрока! Спускайся, зачесывай! Спускайся! Арсений! Все, по игрокам сразу же всех разобрали. Дарина, игрока найди, право. Никит, там. Да.
Болгар, забегай. Давай, блин, я задушил. Богдан, беги вперед. Вратарю. Вратарю, беги. Дай-я. Лево. Дай-я. Как так-то? Что сейчас такое? 1-0, суток доведет. Молодежно один проигрывает. Ой, Богдан, слева, слева ты, слева. Давай, игра идет, бросай там. Семен, Семен, центральную убери. Богдан, ты. Все, игроков не забрали, Никит, помогай здесь. Стой, стой, стой! Богдан, между двух. Эй! Эй! Готов! Игроков разберите! Семен, не дай ему разбежаться. Вот это. Да, стой с ним прям. Играем. Матвей, шагай назад, смотри. Молодец, еще, сорвай. Только не прыгай, Матвей, вот! Ниже! Ниже! Вот, вот! Там прям бит ворота, там Дарина, смотри! Дарина! 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 Откройтесь! Молодец! Беги! Дай, Богдан, нуряшка! Оставь, Дарин! Стой, стой, Дарин, давай, давай, давай! Арсений, оставь! Оставь, Арсений! Все, в серединку вставай! Семен, ближе к страху и Дарину! По линии беги! Богдан, тут... По линии беги! Вот она тебе сейчас, да! Беги! Творюш, туда беги! Бросай в ворот, на ворот бросай, прям! Все, вот игрок у тебя идет, вот игрок! Все, перед ним встань! Никит, Никит! Куда, куда? Вон два игрока! Не здесь, иди! Вон там, там! Понятно, что. Мы брат соло вас. Мы вас соло просто скидали. Вот этот соло. Богдан, Богдан, давай, Никита. Играй, играй, Никита! Никита! Домой пас! Гони, Никита! Никит, Никит! Дарина, у тебя спина! Дарина, побежал! Все, Матвей, здесь не надо торопиться! Дашь сюда, можешь замену? Давай, Дарина, иди сюда. Стёп, Стёпа, быстрее. Стёп, здесь, тащи. Арсений. Играем. Вот, Богдан, где надо стоять. Богдан, останови мяч. Всё, игрока, поуже. Вы все в защите. Давай. Кто встречает? Давай. Давай, Кирилл, давай. Ты больше не будешь. Давай, Илья. Давай, давай, быстрее. Матвей, ворот не станешь. Саша, я слева тоже. Справа. Из-за этого надо поменяться было. Стёрк, проверь. Матон, ты куда? Илья, иди сюда. Иди, иди, иди туда. Вас двое, Тигран. Иди, иди туда, Платон. Отлично. 1-1. Молодежный один сравнивает.
Быстро! Матвей, ты виноват! Ну, хороший был, да? Простой мяч, веди сзади, сзади, спрятаться за стену. Быстро, быстро, туда, лоток. Игра идет. Андреев, ты! Слово не сходи на поле. Зови. Илья, иди сюда. Лови. Иди сюда, бегом. Вышел. Еще вышел. Хорош! Вопрос спросил, во сколько приедем? Арсений, не глядя! Я думал, ближе к 14. Между 13 и 14. На тренировке вы всех обыгрываете, а здесь штаны наложили. А вот турнир-то на 12, нет? Ну, со сдвигами. Потом награждение. Сегодня без штатива. Да, а мы с праздника приехали. Ох, это же конец первого тайма. Второй тайм. Играют или что? Всем это по факту один удар, скор, один гол. Остальные какие-то все набросики на слайд. Чего все? Чего ты стоит плохо? Почему? Мы сейчас на тренировке разгадали, все пропустили. Тут один сильный удар и один гол. Богдан, ну, ты! Ну, у него практики вратарской в последнее время нет, он же только в защите в торпеды играет. Да блин, удар такой нормальный, попробуй его тоже собери, да? Богдан, ну ты должен играть с игроком Сеси! Спасибо. Давайте, давайте! Грушенный игрок! Тигран! Все, Никит! Все, мне ссы! Дима! Гориш! Перехват! Давайте! Давай, давай! Ну ты перехватываешь уже сразу! Выйди сразу! Уходи! Куда ходит тренироваться? Матвей, иди ближе. Нет, хорошо. Игроков, иди ближе, Борис. Судью же держать пошел бы. Иди к спишке, блин. Что, Стас, сколько уже наездил-то? В этом, на эсипеде-то? Да. Вот жду, через сотни километров 18 тысяч исполнится. Нет, а за сезон? За сезон? Богдан, подарок. Только ближайший, 800 Матвей, будет. Матвей, ближе к животенке иди. Животенка. Ну, это на самом... Нет, у меня 1000 норма, я поэтому измеряю, насколько хорошее лето было. А лето с учетом паршивое, для такого лета 800 это ничего так. Я потому что иду на снижение своего комфорта, езжу в погоду, в которую раньше бы я не ездил. Я тоже, я 1670. Кому поточнее. Представляешь? Угу. Это с прицепом. А умножай на 2, прицеп за 2 идет. А у меня там еще 2, тогда на 3. Да, да. На 3. Давай, убежишь, Богдан, убежишь. Слушай, что они жмутся-то к своим воротам? Я вообще не понимаю. Это судья, блин. Я хотел ничего не надо, слышишь? Ай, хорошо. Вот так, атакуйте! Все, все, по игрокам! Дим! Лево! Дим! Это лево вставай! Богдан, ты что, потерялся? Ближе, стой! Левее, Никит! Богдан, ну что, бросил? Давай, давай! Молодежка, давай, забивать надо! Вы что? Ничья! Богдан! Устал, что ли? Игрок, иди! Иди к игроку, Богдан! Платон! Платон! Хорош! Матвей! Я помню, мы тоже играли, когда мелкие были, вот, и к нам приехал, короче, нефтяник, московский, и вот, а мы что, деревня, и вот нам, дальше, типа иди, дальше, же, как Матвей дальше. Волганов, еще маленький, а у нас, ну, грубо говоря, все лоси высокие были, ну, меня не считая, и то я был, ну, выше, чем
Вот этот маленький. Нам 3 гола. Мы 3-0 проебали, а нам 3 гола. Да, башка забит. Да, вот такой пизда. Просто мячик вот он на землю падает, и вот как бы он чуть выше земли. Вот такой. Давай, Сиди, зачем ты потянулся? И он 3 гола голов. Один с навеса, тот флага со штрафного. И 2 сыграли. Там, стой, там! Остальное мы им не давали, просто мы постарше были, физически покрепче. А они вот так. Степ, зачем ты от игрока-то от своего убегай? Давай! Забегай, Гуськов! Чего они назад-то играют? Назад харе играть! Вперед надо! Хорош, Платон, ништяк! Давай! Кто, Платон? Да он не бьет. Платон вообще мне жалко. Не бьет никто. Не, ну у него и позиция, какая, он же не нападающий. Ну, блин, отсюда дошел с пором, ну, навозит, он, да, он навозит же вот отсюда. И вот, блин. Ну, Костян, хорошо. Но! Бить! Костяночка. Очень мало. Иди, Люк! Край, сразу, в одно! По ногам. Давай. Играй! Дай, беги, Гуськов, блин! Гуськов Фролов. Так. Причем Андрюха, он вообще звезда в торпедо. Торпедо звезда, тут что-то хочет. Рушин, да. Не открывайся. Забивать-то будете, молодежка? Платон сам! Платон, бей! Да бей! Чё ждать там кого-то? Ну хорошо как! Ну! Блин. Чё, угловой? Может быть. Ну, я не знаю, кто там башку шипит, что там. Игроков убирай! А, там низина. А, ну. А тут высокогорье. Там болото и комары, да? Я все время хочу сказать судье, чтобы он назад возвращался. Бам, у нас же хорошо бегает. Давай. Тигран, глаз подними. С пола. Да убегай, Семен, быстрее. Кто там-то? Севушка, за ним. Зачем ты, Артем? А скорость? Играй! С игроком мяч ты достал! Он поэтому играет в последнее время в защите. Он сам попросил. Все. Ну да, чтобы меньше бегать. Да, мы ездили в Гусь в выходные на выезд. 2 игры выиграли, за Судак Дусева играл. Я! Конечно. Ну забейте, зеленые! Угловой? Сколько времени еще? 6 минут. Сема! Сем! Чуть-чуть, сюда! Лови отскок! Куча нам надо? Ну, добей же! Сухой лист, давай. Да блин! Дебил. Угловой? Жаль к судье. Руки. Играйте, ты свистал всегда! У тебя рука внизу, блин, попадает тебе в нее! Рука внизу попадает в нее. Ну да, это же попадание от головы. Я тоже не знаю. Но если это не в ворот летит. О, а сейчас мы увидим. Судья, дай пенальти-то. Сейчас четко сыграл. Ему еще по 200 рублей никто не перевел. А, поэтому, да? Наверное. Поэтому он такой злой. Кому? Никому. Первый! Вы куда назад-то пошли? Эй, вы ворот не перепутали? Все правильно он сделал. Тигран, это ты ему поддал такой пас. Да. От мяча избавился и это. Давай, Сём, сунь ножку туда и все.
Ну зачем? Развернись, Артур, ты один! Не теряй. Гуськов открытый в другое! Удар вообще не попасть. Ничего нет, у них как возьмем. Дим, фараон, надо убегать от него, он там вообще потерял. Наверное, боковое зрение не выжил. Вот, я говорю, я так же. Но судье поздавал, что ли? Как это, Адамов? Адамов, Пушкин. Отлично. Тигран проспал. Сдох. Гусь, кому? А кому, блин? Кому-то. Кому-то там. Там посмотри глаза, там нет никого. Давай, давай, побыстрее, Кирилл. Бил бы тогда уж лучше. Просто так мяч куда. Первый! О, хорошо. Еще, ну чего? Дим! Тигран не теряй. Хорош, Тигран! Вперед! Дим! Тигран, ну бей. Давай, давай, бей! Хорош, Тигран! Вот, надо вот хоть кто-то Дим! Бьет! Рушит! Играй! Играй! Дим, что-то в центре потерял, надо полевее очень. Играй! Кричи по фамилии, среагируй. Еще! Да! Да! Дим, право! Молодцы! Дим, право! Чуть-чуть левее уйди. Ты в центре вообще какой-то. Теперь удержите счет, Играй в центре, но левее. Давай еще один. Есть что? Сколько там осталось? Сейчас добавим. 3 минуты. Здравствуйте. Здрасте. Ну что там у нас? Ну все. Все, гол. Хорош, сел, следующий. Сел, второй удар скоро поймал. Машина. Да. А что, он схуднул, да, сел? Ну нет. Да, но за 3 команды играть. Да не, ну лет просто. Не, просто гоняем его. Точнее, он сам себя гоняет по 3 командам. Пакет купить побольше. Вместо одежды. Это как я, он с добрым поехал из метро втроем. Ты его на белой линии стоял. И попали в такой же а у нас два чадрыша маленькие. Как бы люлька непромокаемая, но со временем-то она все равно протянет. И вот я как бы маленькая лошадка. Даже на сиденье не сел. Как дал бы и до дома. Все, давай, 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 третий удар. Куда ты выбиваешь? А, нормально, нормально. Давай, 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 беги! Да вас четверо, ну! Пешка жопы! А это гнули, что ли? Нет, елки говорили. А мне тоже показалось, что... Не елки, а... Да, что не елки были. Как будто там это... А палки. Да. Мне показалось. Бей! Голобрюхи. После удара Тиграна головой был. Стой! Стой, и вот стой, просто стой. Да. А что делать? Тигран первый, да! Чего вы? Тигран, держи! Любовники, блядь. Ура! Победа! Матч закончился со счетом 2-1 в пользу молодежного 1.